Электрошоковое устройство повышенной мощности, сделано для хорошего друга. Ну, это самый сложный, один из самых сложных, ну, не ошибусь, если назову самым сложным электрошоком, который я делал за свою практику. Он уже полностью собран. Так, что имеем тут? Вот, во-первых, задняя крышка для отсека аккумуляторов. Обшит шокер карбоном. Имеет он множество функций разных. Именно поэтому самое сложное, вот если посмотреть внутрь, то станет понятно, еще половина залита тут. Так, во-первых, 70-ваттная начинка, полностью залитая эпоксидной смолой. То есть шок полностью безопасный и ударопрочный. Дальше у нас имеется система антизахвата в виде металлических вот двух пластинок, расположенных по бокам шока. Другая пластина с противоположной стороны. Вот это штыки из нержавеющей стали сделаны. 1,5 миллиметра, по-моему, тут. Так, имеется также мощный яркий фонарь на 1-ваттном светодиоде с теплоотводом. Отдельный переключатель в задней части. Выключатель питания, то есть выключатель для схемы шока. И еще вот тут маленькая кнопочка для без фиксации, кнопка для запуска шокера. Так, из функций есть тут у нас активация электромагнитным реле. То есть кнопочка маломощная, запихнул 10-амперное реле вовнутрь для более надежного запуска схемы. Антизахват довольно... Я делал такой, если честно, впервые, ну, чтобы при попытке выхватить шок нападающего ударило током. Дальше. Тут не стал сделать такие пластинки, поскольку это уже опасно для самого хозяина шока. Ну, в общем, при любой попытке выхвата нападающий будет парализован электрическим разрядом. Питание от 7,2 вольт до 12 вольт. Сейчас у меня уже традиционные литионовые батарейки. Они вечно у меня подсевшие, не заряжаю, поскольку... Да. Так, с задней частью переключатель на 3 положения. Среднее положение, это все выключено. Верхнее положение активирован фонарь. И нижнее положение активирован ультразвуковой отпугиватель для собак. Да. Для ультразвукового отпугивателя мне пришлось собрать внутри шока компактный преобразователь напряжения с выходным напряжением 50 вольт. Головка пьезоэлектрическая расположена тут. Имеется индикатор боевого режима. Сейчас я попытаюсь включить шок. Довольно это трудно держать камеру и включать, но все-таки попытаюсь. У меня так вот подаваем питание. И сейчас попытаемся включить как бы фонарь. Вот он. Фонарь включен. Яркий 1-ваттный фонарик. Это уже ультразвук. То есть верхнее положение довольно острое, еле слышен для человеческого уха. Ну, не знаю, может, камера это будет записывать чуть погромче или чуть... Ничего не будет слышно, я тоже не знаю. Есть также шнурок для ношения в руке. Так, сейчас попытаюсь включить шок. У меня тут я просто поставлю, попытаюсь поставить провод плюсовой, минусовой на аккумуляторы и записать звук шока. Ух, довольно жуткий звук. Вырубаем это все. Итак. Вот индикатор загорелся, и попытаемся нажать. Может, схема вырубится, простите, поскольку аккумуляторы не запаяны у меня. Просто вставляю вот так. Да, неудобно. Сейчас попробуем по-другому. Вот. Должно получиться, смотрим. Короче, все работает отлично. Скорее всего, вот в таком виде все это будет как фонарь. Вот так.
Кстати, зарядное устройство, вот штекер для зарядки, я подпишу тут плюс-минус, будет в отдельности, будет отдельно от шока, то есть изначально я делал его в корпусе от электрошокера, но потом передумал и, поскольку места катастрофически для аккумуляторов мало, даже в таком большом корпусе, на самом деле корпус только с виду большой, внутри места довольно мало, вот такой он грозный, да, ведь? То есть предназначалось для изначально как дубинка, то есть достаточно тяжеленький он. Вся начинка залита, уже сказал, транзисторы в отдельности для, на всякий случай, для того, чтобы во время ремонта не было затруднений. Вот огромная куча проводищей. Да, еще не знаю, как назвать, проводов, проводков, проводей. Ну, собственно, думаю, все. Вот такие два провода для аккумуляторов. Черный минус, красный плюс. До новых встреч. Надеюсь, шок понравился.